Дорогие наши маленькие, взрослые и старенькие друзья, перед нами книга «Познавай Библию». Она рассчитана на 365 дней. Каждый день вы будете узнавать необыкновенную историю, которую Бог через слуг своих записал на страницах Библии. Божьих вам благословений! Первая ссора. Каждый из братьев решил принести Богу самое лучшее из того, что у него было. Каин взял сочные спелые плоды, которые произрастила земля. Авель же приготовил молодого ягненка. Дар Авеля был угоден Богу, а дар Каина не угоден. Заметив это, Каин сильно огорчился и обиделся. Он очень рассердился, что Бог принял жертву Авеля, а его жертву не принял. Бог, увидев, как сильно расстроился Каин, спросил его: «Каин, почему ты такой сердитый? Почему ты не поднимаешь лица своего? Разве, когда ты делаешь добро, ты не должен радоваться? Что же тогда с твоим лицом? Смотри, будь осторожен. Ты зол, а это значит, что ты можешь согрешить. Берегись этого». Но Каин не послушался Бога. Он позволил обиде расти в своем сердце. И однажды, когда они были с Авелем в поле, он убил своего брата. О, как это было ужасно! Это было тяжкое преступление. Бог не мог оставить это без внимания. Он снова обратился к Каину. «Каин, где твой брат?» — спросил он. «Я не знаю, разве я сторож ему?» — ответил Каин. Но Бог все видел и все знал. Он наказал Каина: «Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать хороший урожай. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Его ожидала очень тяжелая жизнь. Чей дар принял Бог? Почему Каин огорчился? Как наказал Бог Каина?